Осьминог бесконечности представляет афоризмы на тему тропы скептицизма. Воображение создает и познает мир. Данный троп наиболее примечателен для скептиков, так как, допуская лишь одну сущность воображения, мы можем оспорить все, начиная от «я» и заканчивая наблюдаемыми внутренними мирами. Способность чистого сомнения прекрасно дополняется способностью чистого воображения, тем более изучение воображения служит одним из самых важных источников подлинного сомнения. Пока бесспорно не доказано, что нечто является необходимым, его следует считать случайным. Это важный скептический троп, который поможет начинающим скептикам усомниться практически во всем, кроме случайности. Допущение тотальной случайности бьет историю, культурологию, науку, любую отдельную философскую школу, религию и даже саму случайность. Считается, что крайние позиции уродливы и маловероятны, но это не так. На самом деле, все средние позиции – лишь уродливые отражения прекрасных крайностей. Человек, которому не хватает ума для доказательства и защиты крайности, часто выбирает простой синтез. Ведь путь человечества – попытка найти простое объяснение невероятно массивному и неизвестному миру, о котором мы всегда знали и будем знать настолько поверхностно, что никогда не сможем точно убедиться в истинности наших положений о нем. Таков один из моих скептических тропов. В этом мире нет ничего очевидного. В мире достаточно много примеров, чтобы на несколько жизней вперед погрузиться в разбор ситуаций, подтверждающих твою точку зрения, при этом полностью игнорируя ситуации, противоречащие ей. Практически по всякому общему вопросу можно найти два крайних ответа, один из которых считается предпочтительным и полезным, хотя оба в одинаковой степени вредны и однобоки. Ничто не истина, все дозволено, но делать мы ничего не будем. Если спрашивать всегда «зачем?», «по какой причине?», «почему?», то любая философская и научная система разрушится. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарии и смотри следующее видео.